Бюджет республики останется таким же социально ориентированным. За счет чего власть региона планирует пополнять казну и на что в первую очередь будут потрачены средства. Сегодня об этом журналистам на пресс-конференции рассказала исполняющая обязанности министра финансов Чувашии Светлана Еднилина. Уже первая декада этого года показала, уровень собственных доходов в Чувашии начал расти. В республике значительно увеличился налоговый потенциал. Именно по этой статье в бюджет поступает львиная доля денежных средств. Примерно 12% повысились налоги на доходы физических лиц. Но в то же время в казну поступило меньше средств от реализации акцизов на алкогольную продукцию. Это связано с тем, что в Новочебоксарске закрылось предприятие по производству пива. Потратить за весь 2014 год в регионе планируют более 38 миллиардов рублей. Это уже утвержденная сумма. Финансирование социальной сферы увеличится. Заработная плата работникам дошкольных учреждений теперь тоже выплачивается из республиканской казны. А это повлечет за собой дополнительные траты. Бюджетные ассигнования в прошлом году позволили Чувашии исполнить взятые обязательства. В сферу образования в прошлом году направлено всего 9,4 миллиарда рублей. С ростом к уровню 2012 года на 19%. И здесь также необходимо отметить, что в рамках этих расходов, то есть эти бюджетные ассигнования позволили нам ввести в эксплуатацию 13 дошкольных образовательных учреждений, создать более 6000 мест для детей дошкольного возраста.